Тезис первый. Если бы в списке на выборы в Украине в 2019 году остались только старые кони, Тимошенко и Порошенко, я бы вообще не пошел голосовать. Пусть сами за себя и голосуют. Они уже себя показали. Это не созидатели. Тезис второй. Почему Илон Маск запускает самые тяжелые ракеты, а не Южмаш Украины? А КБ Антонова? Почему мир летает на каких-то там Боингах, а не на Анушках? Где автомобильная промышленность Украины? Все уничтожили, все разорили, а теперь голосуйте за нас. Да им повеситься надо от стыда. Они опять во власть лезут. Тезис третий. Гитлер обязательным условием для покоренных народов вводил безвиз. Даже обязательный безвиз, требуя, чтобы каждый украинец, каждый, хоть раз побывал в Берлине. Я атеист. И мне плевать на разделение в Украине православной церкви. Хоть вообще ее запретите. Но и разделение церкви – это тоже идея Гитлера. Тезис четвертый. Зеленский вполне приемлемый, если не лучший кандидат в президенты. Он не торговал краденой нефтью, не прихватизировал заводы, а создать такую огромную фирму, как создал он, фирму, уже выпустившую столь огромное количество востребованной продукции, может только созидатель.